Как часто вам хотелось поудобнее устроиться на своем рабочем месте, сосредоточенно начать выполнять домашние задания, но все не кстати. За стенкой сестра на фортепиано играет, и свет не тот, и расположение вещей на столе неправильное, и в итоге испорчено настроение и недоделанное домашнее задание. Давайте сегодня поговорим о том, как удобно и хорошо обустроить свое рабочее пространство, чтобы успешно за ним учиться. Меня зовут Василиса Бродская, и это онлайн-школа Webium. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А если хотите сдать ЕГЭ на 85+, переходите по ссылке в описании. Сначала поговорим о второй стороне медали. Что, если ваше рабочее место организовано неудобно? Во-первых, начинаются проблемы со здоровьем. Падает зрение, начинает болеть спина. Если у вас низкий и неудобный стол, или, например, стул без спинки или с неудобной спинкой, вам придется очень много времени проводить в неудобном положении. А если, например, перед вашим рабочим столом стоит телевизор или PlayStation, или весь рабочий стол закидан бумажками, фантиками, немытыми кружками, то сосредоточиться будет очень сложно. Ну а теперь обсудим плюсы удобно организованного пространства. Первое – это мотивация. Вам будет очень приятно возвращаться на то место, которое вам нравится. Также, если вы разграничите пространство для учебы и для отдыха, то вам будет легче выстроить распорядок дня. И еще один плюс – это повышение продуктивности рабочего процесса, когда вас ничего не отвлекает и вы занимаетесь только тем, чем надо. Ну и, конечно же, как итог всего этого, положительное влияние на вашу учебную деятельность. Я думаю, что я вас достаточно смотивировала на то, чтобы вы немножечко реорганизовали свое рабочее пространство. С чего стоит начать? Во-первых, выберите удобный стул и стол. Поговорим о критериях, как это сделать. Ширина стола должна быть не менее 1 метра. Но если вы живете, например, в маленьком пространстве, то можно ограничиться 60 сантиметрами. Ну и, конечно же, соответствие вашего стола росту. Как это проверить? Поставьте локти на стол, и если вы можете кончиками пальцев дотронуться до висков, значит стол замечательный. Еще одна значимая деталь рабочего стола – нужно, чтобы у вас было место, куда можно складывать рабочие тетради, разные письменные принадлежности, в общем, все то, что может понадобиться в процессе подготовки. Ну а теперь критерии стула. Во-первых, это наличие спинки, во-вторых, обязательно подлокотники и желательно, очень желательно, чтобы стул можно было регулировать в зависимости от вашего роста. Позаботьтесь о хорошем освещении. В старших классах вы очень много пишете и читаете, соответственно, напрягаете зрение, что может привести к его ухудшению. Для того, чтобы сэкономить себе деньги на коррекции зрения и на будущих очках, для того, чтобы проблем со зрением с течением времени не возникало, поставьте свой стол рядом с окном, через которое можно будет получать естественное освещение. Ну а для, например, вечернего времени можно выбрать лампу. Свет лампы зависит от ваших вкусовых предпочтений. Если вы хотите взбодриться и бодренько-быстренько делать свои задания, лучше купить лампочку с холодным светом. А если вы хотите, например, вы читаете по вечерам и хотите немножечко расслабиться, быстро уснуть после работы за столом, то можете выбрать теплое освещение. Устраните отвлекающие факторы. Нет телевизору напротив рабочего стола, нет игре сестры за стеночкой. За стеной что? Нет рабочему столу. Или игре сестры на фортепиано за стеной. Попросите родителей и родственников не шуметь, когда вы занимаетесь серьезным делом. Это поможет вам сконцентрироваться. Не допускайте мусора на рабочем столе. Можно обзавестись, например, маленькой мусорной корзиной, в которую сразу же будут идти исписанные вами листочки. А также хорошо иметь на столе органайзер, в который вы будете складывать свои пособия для подготовки, распечатки. И самое главное, не складируйте бумагу. Если это уже не нужно, если вы к этому не вернетесь, разорвите и выкиньте. Пускай это не занимает ваше внимание и место на вашем рабочем столе. Возьмите себе за правило, что за рабочим столом вы только работаете. Не нужно здесь пить кофе, есть бутербродики и конфетки. Пускай для работы у вас будет строго определенное место и для еды строго определенное место. Разделяйте две эти сферы. Создавайте уют. Пускай на вашем столе будут стоять те предметы, которые вас вдохновляют, греют вашу душу. Тогда работать будет намного спокойнее. Меняйте пространство. Ну вот надоело вам, например, что часы здесь стоят, ну переставьте их в другую сторону. Или, например, переместите
папку для бумаг в другое место. Попробуйте и минимализм, и творческий беспорядок. Но самое главное, адаптируйте свое пространство под себя. Выбирайте канцелярию по вкусу. Если, например, вы любите минимализм, не стоит покупать себе ручку с коронами или Человеком-пауком и тетрадку с единорогами. Это будет вас отвлекать и раздражать, и к рабочему столу будет неприятно возвращаться. Используйте ноутбук в подготовке правильно. Если, например, вы работаете за компьютером или ноутбуком, пускай он будет включен только в строго определенное время, когда вы, собственно говоря, занимаетесь, чтобы вы не отвлекались на другие посторонние процессы. И пускай у этого ноутбука или компьютера будет строго определенное место на вашем столе. Подберите подходящую цветовую гамму. Если, например, вы чувствуете, что за рабочим столом вас всегда клонит сон, возьмите красные, оранжевые тетрадки или повесьте какие-нибудь яркие картинки. А если, например, вы испытываете постоянный стресс, то лучше успокоить себя спокойными цветами, там синим, темно-зеленым, вот так. Ваше рабочее место – это ваш ресурс, поэтому обустройте его, пожалуйста, поэтому обустройте его так, чтобы к нему хотелось возвращаться. С вами была Василиса Бродская, до новых встреч, и пускай вам за вашим рабочим столом будет комфортно и уютно, как на нашем канале.